изоморфные графы. Изоморфизм граф. Это очень просто, на самом деле. Давайте я нарисую вам две картинки. Одна картинка – это правильный шестиугольник, в котором проведены все стороны и проведены большие диагонали. Представили? Да. И другая картинка. Граф как и три. Двудольный граф, где в одной доле три вершины, и в другой доле тоже три вершины. Так, все понятно? Угу. Замечательно. Скажите, пожалуйста, это одно и то же или нет? Одно и то же. Одно и то же. И вы это умеете доказывать? Нет. А на самом деле легко. Смотрите. Обычно. Два и три. И дело очень просто. Сюда пишу АВС, сюда пишу К, Л, М. Представили? Да. Вы понимаете, что буква А соединена с К, Л, М? И все. Здесь она соединена с К, Л, М. Буква Б соединена с К, Л, М. И здесь соединена. И только с К. То есть мы с вами сумели устроить взаимнооднозначное соответствие между вершинами этого графа и этого. Так? Да. Вот. И при этом, если здесь были соединены ребро, то и здесь соответствующие буквы будут соединены ребром. А если здесь не были соединены, то и здесь не будут соединены. Хорошо? А теперь вопрос. А сколько существует изоморфизмов между этими двумя графами? Сколькими способами я мог здесь вот пронумеровать, если здесь нумерация, вот представьте, я здесь занумеровал вот так и уже не меняю. Сколько существует способов здесь занумеровать, чтобы все было хорошо? Ответ очень простой. Конечно, не один. Конечно, не один. Сколько? Сколько существует изоморфизмов из левой картинки? А считается, когда мы поворачиваем картинку? Ну, конечно, конечно. Тогда 6. 6. А на самом деле? Замерить побольше. Побольше. Сколько? Сейчас, сейчас. 10. Ну, это будет случайное число, у нас даже неинтересно. Нет, не 10. Сколько? Сколько есть изоморфизмов между этими графами? 720, но нужно что-то поделить. 720? А почему 720? 720 – это потому, что всего перестановок на 6 точках, да. 720. Но здесь далеко не все перестановки. Да. Повороты учитываются. То есть 720 или что? 120? Да. Давайте расскажу, хорошо? Да. Ребята, смотрите, на самом деле здесь есть три вершины одного вида и остальные три вершины, так? И вот давайте сначала разберем, когда вот эти вот А, Б, С переходят в верхние вершины здесь, а вот эти вот К, М, Л переходят в нижние вершины здесь. Посчитаем, сколько таких способов. Очень просто. Надо взять точку А, отправить в любую из этих трех. После этого точку В отправить в любую из двух оставшихся. Итого 6. Итого сколько? 6. 6. Так. Почему у вас в первом графе получился в центре треугольник? Я хотел объяснить, что никакой вершины там нет. То есть вот это ребро графа, а вот точки здесь нет. Вершин у этого графа 6 штук. А вот это случайно. Представьте, что ты не берешь эти пространства, которые пересекаются. Итак, А переходит в одну из трех, Б переходит в одну из двух, это 6 вариантов. Теперь К перейдет в одну из трех, это сколько вариантов? 3. После этого Л перейдет в одну из двух, оставшихся 2. Значит, уже сколько? 6. Но внимание, здесь вот это не зависело от этого, поэтому 6 плюс 6. Значит, сколько? 36. 36. И это неправильный ответ нашей задачи.
Потому что этого посчитали только когда А, Б, С переходит вверх, а К, Л вниз. А еще бывает? То, что наоборот. 36 умножить на 2. 36 умножить на 2, то есть... Сколько что? 72. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание. Казалось бы, картинка маленькая, а целых 72 способа перевести вот эти точки сюда, чтобы все сохранилось. Так? Хорошо. Мне кажется, что это очень простой и понятный пример. Сейчас пример будет более сложный. Помните, у нас был Крафт Петерсона. На всякий случай, конечно, напомню. Он был устроен так. Мы брали пятиугольник. Помните, вспоминаете? Мы брали пятиугольник. Да, ну у него же криво получилось, ничего. Проводили вот такие вот отрезки внутрь. И после этого внутри рисовали конечный цикл. Вспомнили? Да. Замечательно. А из чего получался этот граф? Из проекции додекаэдра. Из додекаэдра, у которого отождествлены противоположные. Отлично. Вспоминаем, как был устроен додекаэдр. Было такое? Да. Так. Дальше здесь каждый раз рисовали пятиугольник. Вспоминаете? Дальше проводили такие отрезки. И все это соединяли, так? Да. Замечательно. В каждой вершине сходятся. Ну и после этого мы осуществляли противоположные вершины. Я уже сейчас не буду это рисовать подробно. Господа, вот сейчас я беру и рисую вам кубик. Согласитесь, что нарисовать куб, в общем, наверное, даже проще, чем додекаэдр, правда? Да. Как рисуется кубик? Сначала квадратик, потом и вниз, да. Скажите, это похоже на додекаэдр? Нет. Абсолютно нет, да? Да. Абсолютно не похоже. Ну, хорошо. Тогда я нарисую вот так. Это стало еще более похоже на куб. Это похоже на додекаэдр? Нет. Нет. Отлично. Господа, вот теперь смотрите. Я провожу вот здесь вот среднюю линию квадрата. В этом квадрате я провожу среднюю линию, чтобы у нее не было общих точек с этой. В верхнем квадрате я провожу среднюю линию, чтобы не было общей точки с этой. Представили? Да. И на других гранях я делаю то же самое. Это уже сложнее показать. Понимаете, да, вот на нижней грани такую штуку. Вот это невидимое, что вот она на нижней грани где-то там есть. На вот этой. Так, и еще где? И еще на задней грани. Понятно? Сколько у нас получилось у нового графа, который в пространстве грани? У куба сколько граней? Шесть. Но каждая разделилась пополам, значит, стало 12. 12. Замечательно. А их здесь сколько было? Тоже 12. Замечательно. А вот все эти фигуры были пятиугольники? Да. А это кто? Четырехугольники. Нет. Это прямоугольники. Тоже пятиугольники. Раз, два, три, четыре, пять. А-а-а. Это тоже пятиугольник. То есть это одно и то же. Что с точки зрения количества граней, с точки зрения того, какая точка с какой соединена, вот эта картинка, это одно. Единственная проблема, каким образом это вам, что называется, понятно объяснить. Вот давайте сейчас все-таки пойдем на полку.
подвиг заключается в следующем. Единственное, я полностью забыл, как мы с вами тогда нумеровали. Вот эта буква как была? Какая была? А. Один. Нет. А. А, это была какая? Б. Это? С. Так, хорошо. Напротив Б что было? Напротив Б был H. Напротив С. Ай. Да. И, то есть, ай, да. Бой, бой, и. Жи. Напротив Д. Жи. Напротив Е. Ф. Напротив А. Жи. Ж. Не Джи, а Ж. Ж. Отлично. И потом напротив там штрихи. Вот, штрихи. Значит, А, и вот здесь вот А-штрих. Правильно? Да. Нет, вот здесь. Здесь А-штрих, да? Да. Здесь, да, А-штрих, да? Да. Сейчас, а что такое было? Ж-штрих. Это был Ж-штрих. Правильно я понимаю, что что это F-штрих, G-штрих, это что? И-штрих. И-штрих. Все, мы сейчас все установим. H-штрих. H-штрих. Да. Все? Да, потом там A-штрих. Это A-штрих, это E-штрих. Потом D. D-штрих, отлично. Это потом C-штрих и B-штрих. Это B-штрих. Отлично. Вот, ребята, давайте мы сейчас с вами в качестве нашего, так сказать, центрального пятиугольника возьмем, ну, например, вот этот. А давайте тот, который я нарисовал. Чем он плох? Ничем не плох. И не побоимся на этом чертеже тоже обозначить, расставить все буквы в точном соответствии с этой картинкой. Единственная просьба. Надо вот эту картинку нарисовать себе, ну, там, типа, на всю страницу, потому что иначе букву некуда будет писать. Итак, что я делаю? А, Б, С, Д, Е. Нормально? Нормально. Будьте добры сказать. Вот это какая точка? От точки D от пятиугольника. Это точка. Жи. Жи, наверное. Хорошо. Потом. Вот это. От точки B от пятиугольника. Что H. H. Хорошо. От точки A. От точки G. Да, G. Да. Хорошо. От точки E что идет? Как ее звали? F. Ее звали F. И мы уже ошиблись. Да, здесь неправильно. И мы уже ошиблись. Это трагедия. Странно. Вроде все правильно делали. Нет, ну, сейчас разберемся. Так, а мы Е мы пошли. Да, потому что туда поставили. А, да, потому что, смотрите, у нас идет вот сюда, да, да, точка F, она вот здесь. А там H-штрих. А вовсе. H-штрих. Так, F и G, здесь H-штрих. Отлично. Главное не запутаться, потому что я уже запутался один раз. Так, от нашего пятиугольника, от точки C идет I. Все согласны? Да или нет? Да. Сюда идет И. А Б это. Да, да, все правильно. Нет, вот от Б идет H, все хорошо. А между G и H, что у нас стоит на картинке? Стоит G-штрих. Стоит? Стоит. Между I и H, что у нас стоит? Так. И H. Что стоит между ними? F-штрих. Согласны? Чуть-чуть успевает. Вот есть H, есть I, вот здесь вот, здесь F-штрих. Все нормально. Правда, что на первый взгляд вот эта картинка, она вся из пятиугольников. И тут вообще нет никаких прямых углов. Да? Да. А эта картинка вся из прямоугольников. И тут наоборот нет никаких углов 108 градусов. А между тем, с точки зрения графов, это одна и та же картинка. Так, пока все понятно? Да. Теперь,
Давайте мы с вами посмотрим, как получается граф Петерсона не из вот этой картинки, это мы с вами уже делали, а как он получается из вот этой картинки. Смотрите, что нужно сделать. Нужно отождествить противоположные точки. Правильно? Да. Между прочим, это легко сделать. Потому что фактически это не нужно рисовать заднюю часть. Так это же даже хорошо, когда ее не нужно рисовать. Правильно? Значит, я сейчас должен заново нарисовать кубик, только уже без задней части. Давайте, наверное, я нарисую вот здесь. Наверное, это будет хорошо. Так. Это как кубик без задней части. Нет, кубик, но просто считать его непрозрачно. Это можно? Да. А, непрозрачный кубик, это еще проще. Да. Непрозрачный кубик рисовать, конечно, легче, чем прозрачный. Не нужно рисовать невидимые линии. Вот. Все, нарисовал. Конечно, нужно нарисовать вот это и вот это. Согласны? Да. И сообразить, что все-таки некоторых точек на самом деле не должно быть. А именно, G и G-штрих – это одна и та же точка. И вот это вот E и E-штрих, H и H-штрих. G, ой, ну да. Вот, да? Нет, J и J-штрих. Нету J, ваш. А как тогда? G. Латинский алфавит. A, B, C, D, E, F, G, H. И Ж. Понятно? А, Ж и Ж. Ж и Ж штрих. Да. И вот их надо будет сейчас отождествлять. Так на самом деле не так уж это сложно. Значит, первое, что надо понять. Точка А нам нужна? Нужна. Точка Б нужна? И С тоже нужна. И С нужна. И Д нужна. И Е нужна. Это все нужные точки. Это очень нужно. Замечательно. Вот дальше проблема. F. Смотрите, как точка F, она вот здесь. Но на самом деле это то же самое, что вот эта точка. Согласны? Да, логично. Замечательно. Поэтому давайте вот это вот мы обозначим F-штрих. И запомним, что на самом деле точка F здесь нам не нужна. Точно так же, вот эту точку мы тоже убираем и понимаем, что нам нужна точка H. Вообще, у графа Петерсона сколько вершин? 10 штук. Поэтому мы обязательно должны оставить ровно 10 штук. Так, поехали. Вот это вот точка G. Точку G' я не буду рисовать, потому что она симметричная. Не хочу. А же где будем рисовать? Слева. Так. А же она вот здесь, да? У нас А должна быть. Ну, это вопрос, где ее рисовать, не знаю. Можно там. Ну, давайте, я ее, например, буду рисовать вот здесь. А еще И. А нет, давайте я буду рисовать вверху. А давайте я ее буду рисовать вверху, а здесь, соответственно, я зачеркну. А да. Тут между С и Ж будет И. Между С и Ж. Это раньше было же штрих, но надо помнить, что штрих и сама точка на самом деле тоже. Да? Это будет И. Замечательно. Так, теперь вопрос. Сколько у меня, собственно, сейчас нарисовано точек? 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, уже штриха у нас нету, да? Вот. Значит, точек ровно столько, сколько надо. Согласны? Да, теперь надо соединить. Некоторые. Теперь надо соединить. Что значит соединить? Это очень просто. Вот те, которые мы договорились стереть, надо стереть. Все, их больше нет. А вот здесь вот то же самое стереть, да? И снизу справа. Но при этом надо... И вот там снизу тоже снизу стереть. Что, вот это? Да. Точка Е штрих, потому что Е у нас есть. Да, замечаю. И точка А штрих тоже ее нет. Где А штрих? Ну, вы там была. Все, я уже все сделал. Да. Вот это у нас осталось.
И вот теперь надо все-таки понимать, что на самом деле вот эту точку мы уже нарисовали со всеми ее связями. И эту нарисовали, и эту нарисовали. Осталось только противоположные связи. Да. Вот теперь А соединена с Е, с Б. И с Ж. А? И с Ж. Замечательно. Значит, надо суметь нарисовать линию отсюда сюда. Ну, уж не знаю, давайте я так нарисую просто. Нарисовал. Хорошо. Теперь, точка Е с чем соединена? С А, с Д. И с F осталось. И с F. Вот она сюда идет. Ну, хорошо, давайте, например, так. Могу? Можете. Могу, хорошо. H с Ж. H с Ж. Хорошо, соединил. Так. А И уже соединена тремя, так? Да. Вообще-то все. Я что-то не то. Вы хотите сказать, что что-то не то, да? Нет, это я что-то не то делаю. Нет, то, что вы тетрадь сделали, не так важно. Мне важно... Тут у всех три. Да, тут у всех три. Тут у всех три. И теперь возникает интересный вопрос. Тут даже меньше пересечений, чем у Крафтерс. Как меньше? Ну, в смысле... Давайте посмотрим, что пересечение здесь. Раз пересечение, два и три. Так? Три, да. А у графа что? Ничего себе! А там пересечение пять. В некотором смысле это даже лучше нарисовано, ребят. Да. Менее симметрично. Поэтому я думаю запоминать. Вы понимаете, слово пятиугольник, а внутри пятиугольная звездочка, это легко звучит, да? Вот эту конструкцию объяснять дольше. Да. Но с другой стороны, вы правы, пересечений-то здесь меньше. Но если один раз объяснить, тогда будет проще. В общем, да. Пересечений здесь меньше. Между прочим, вы знаете, что вот эта задача нарисовать граф, чтобы было как можно меньше пересечений, в какой-то момент неожиданно стала одной из важнейших теорий графов. Знаете почему? Потому что графы получаются в последнее время большими. Не поэтому. Все проще. Когда у вас есть компьютер, вы знаете, что у него есть процессор? Да, конечно. Замечательно. Он огромной производительности. Там, соответственно, огромное количество на небольшой площади должно быть, ну, чтобы дать проводков. Ну, конечно, никаких настоящих проводков там нет. Там просто определенным образом делается, что некоторые участки проводят электричество, а некоторые не проводят. Но, понимаете, вы должны огромнейшую схему расположить буквально на одном квадратном сантиметре. Замечательно. А при этом, если вы напилили дорожку, которая проводит ток, и напилили другую, и они пересеклись, что происходит? То они друг другу все вчетвером. Они все, схема потеряла смысл. Понимаете? Когда вы делаете какой-то провод, то он должен не пересекаться ни с кем. И поэтому задача о том, как расположить сложную схему, чтобы там пересечений не было, стало чрезвычайно важно. Разумеется, это сейчас все решается опять-таки на компьютерах, эти самые схемы проектируют, но в некоторый момент стало важной задачей. Казалось бы, вот сейчас мы это говорим, но это было сколько какое-то, какая разница, тут нарисовано 5 пересечений или 3 пересечения. Но вот если это все настоящие электрические связи, то это очень даже имеет смысл. Так, ну хорошо. Теперь что такое изоморфизм, поняли? Да. Вот эта картинка изоморфна графу Петерсона. Понимаете? Она нарисована совершенно по-другому. Она нарисована совершенно по-другому, но это граф Петерсон. Хорошо? Все. С понятием изоморфизма. Разумеется, можно было бы привести еще десяток примеров, но давайте посчитаем, что с этим мы покончили.